Что получается? Алексей, это Кривенко у нас. Лжец и провокатор. Здравствуйте, критики. Нам очень лестно, что вот такие вот люди с пивком, с животиком, ну пусть критикуют нас, но критика-то неадекватная. А вот за рекламу, Сергей, спасибо. Правда, вы там чуть-чуть увлеклись фотошопом, и металлическое железо превратилось не в металлическое и так далее. У нас 120 камней с металлическим железом. И вы фото привели метеорита Полтуск. Именно такие же и у нас камни. Вот это вы зря сделали. А шлифы наши, вы забыли упомянуть? Значит, мы на верном пути. Мы популяризируем науку, метеоритику, в частности. И любые слои населения, даже самые низы, которые вообще ни в чем не разбираются, и то стали интересоваться. Сергей, спасибо вам большое за рекламу. Единственное, вы должны много читать, перестать бухать, подбирать критику умнее и просвещаться. И посмотрите наши ролики, подпишитесь на канал. А так вы молодец. Реклама даже таких людей нам важна. Всем пока.